И последнее. Красотам осени посвятили литературно-музыкальный вечер в Кабардино-Балкарском институте бизнеса. Студенты пытались понять и прочувствовать, почему поэты, художники и музыканты так любят именно это время года. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. В течение 2 часов здесь звучали произведения русских классиков и местных авторов Хасана Бештокова, Руслана Ацканова, Зарины Кануковой. На сцене также выступали школьники из Аушигера и Нартана. В каждом произведении были свои неповторимые образы. По словам организаторов, такое мероприятие в Институте бизнеса проводится впервые. В дальнейшем практику литературно-музыкальных вечеров намерены продолжить.